Несмотря на то, что сотрудники МЧС ведут разъяснительную работу с населением, раздают листовки и памятки, желающие проверить крепость ледяного покрова все же находятся. Увы, такая беспечность оборачивается трагедией. Главы районов должны взять на личный контроль безопасность на льду. По поручению губернатора главам всех администраций взять на личный контроль. На личный контроль данной ситуации. Везде проверить. В каждых образовательных учреждениях. На заседании отметили, рассказывать об опасностях первого льда нужно не только детям, но и родителям. Активнее демонстрировать тематические ролики на телевидении. Усилит контроль и МЧС. В рамках проведения патрулирования организовать контроль за обеспечение безопасности на водоемах, расположенных в черте муниципальных образований, с целью недопущения выхода детей на неокрепший лед. Особое внимание уделить светлому времени суток и время дороги детей домой. Только совместная работа власти и специальных служб, а также личная ответственность поможет избежать трагедии на льду. Елена Лыщицкая, Максим Кузнецов, Владислав Пискунов. События, Брянск.